девчонки, у меня на самом деле очень много помад. Это вообще не все помады. У меня по разным сумочкам они разбросаны. Вот, но на сегодняшний день самая моя любимая помада — это 40203. Сейчас я вам ее покажу. Она вот такого очень красивого цвета. Вот я часто снимаю видео, и на губах у меня вот эта помада. И у меня спрашивают, что это такая за помада, почему она так долго держится. Она вроде бы как такая матовая, очень яркая. По-моему, она «Закат в пустыне», нереально крутая. Я думала раньше, что она мне будет ярковатая, я ей практически не пользовалась, но сейчас я ее очень сильно полюбила. Вот эта помада у меня на руке. Она не прозрачная, она вот такая насыщенная. Очень круто смотрится, очень хорошо ложится.